для нашего города, нашего региона, ни возле каких рек, даже Елшанки, нельзя ни в коем случае мыть автомобиль. Это будет административным правонарушением, которое преследуется по статье 8.42 Кодекса об административной ответственности. И для граждан это влечет наложение штрафа от 3 до 4 тысяч рублей. Вы, наверное, знаете, что на специально приспособленной автомойке это помыть гораздо дешевле.